Привет, Вер. Привет. Вер, вот мы, конечно, с тобой сейчас тему начали такую про комфорт. Слушай-ка, скажи-то вообще, что значит вот, комфорт на первом месте, как приехал в Швецию, это что, о чем это? Ну, здесь речь идет о том, как выглядят шведки и как выглядят русские девушки. И как, когда живешь в России, тебе очень важно, как на тебя смотрят люди, как они тебя воспринимают, красивая ли ты для них. И поэтому русские девушки, они, конечно, я не знаю, может быть, сейчас ситуация изменилась и все двигается в другом направлении, но они, как сказать, они делают экстра усилия, чтобы хорошо выглядеть. Например, они могут ходить на каблуках. Вот это я считаю экстра усилием. Или делать супер яркий макияж, даже когда они идут в офис на работу, не знаю, к 8 утра. В общем, для них очень важно выглядеть очень красиво. Но, например, для меня важно, чтобы одежда соответствовала тому, что я делаю в данный момент. То есть вот я, например, просто гуляю, просто собралась идти в спортзал. Поэтому даже если мне приходится говорить на аудиторию, то я покажусь такая, какая есть. Я не буду специально для этого ничего делать, потому что мне так комфортно. Вот как-то так. Вот так, понял. Все, окей. Вер, и расскажи, может, историю, как попала в Швецию вообще? Почему эта страна? Ой, интересно так. В общем-то, в Швецию первый раз я приехала в 2008 году. Я тогда, на тот момент, жила в России, и мне очень нравится рок-музыка. То есть я прямо люблю и шведские группы, и не шведские группы. И в Швеции есть такой фестиваль, который называется Sweden Rock. И первый раз я попала в Швецию именно на этот фестиваль. Я тогда писала статьи для журнала Classic Rock и поехала как журналист, чтобы освещать фестиваль. И влюбилась в страну и поняла, что вот это первая любовь, и я хочу тут жить. Швеция, блин, да? Да. Так. До этого я никогда не была за границей. То есть вот просто, возможно, если бы я попала, например, в Англию, или в Германию, либо в Италию, то, может быть, я бы влюбилась в эти страны. Но это была Швеция, это был фестиваль Sweden Rock, и это такое было, как сказать, значимое событие, что я поняла, к чему я теперь буду стремиться и где я хочу быть. Привет! Вот, смотри. Так, приветствую. Итак, к нам присоединилась Старла. Старла, приветик. Приветствую. Может быть, ну, слова, как ты приехала сюда вообще, или ты здесь родилась? Не, я вообще родилась в Мурманске. А, в Мурманске? Да, вот, кстати, скажу, Мурманск очень напоминает Гетеборг. Вот ты здесь расходишь, и вот я снимала, когда маме показывала, она говорит, да, действительно очень похоже. Но вот дедушка у меня швед, и, то есть, в Швецию приезжала часто еще с детства. Вот, ну, сейчас у меня мужичок шведский, поэтому приходится здесь вот. Как вообще шведский мужчина? Как ужас. Ужас. Кошмар. Вот что шведы, что финны, но вот, по-моему, скандинавы – это самые худшие мужчины. Серьезно? Серьезно, да. Вот просто для меня был полнейший шок культурный, когда я после школы поехала вот в Финляндию сначала. Ну и там, конечно, и финны, и шведы. И то есть просто вспоминаешь наших нормальных ребят, которые там и поухаживают, и все, и девочка. А здесь такого понятия, как девушка, как ухаживать за девушкой, цветочно-конфетный там период вообще не существует. Куда он делся? Вообще его нету. Вообще, и как сразу начинается отношение? Привет, трах-тарарах и все. Сразу, да. Прям да. Так сразу? Да. Не, ну как, ну не с первой же секунды, хотя бы как-то там. Ну, кофе, там чашку, они сначала, ну как, в основном народ как тут, они побухают, причем парень никогда девушку не угостит, и потом они идут. За свой счет, каждый за свой счет бухает, да? Да, вот, то есть... У меня, честно говоря, шок был. Вот я за все эти годы не могу до сих пор вот этого понять, привыкнуть. Это какой-то ужас. То есть, если я, ну, в Италии работаю постоянно, там все нормально, все, все вот. Тебя всегда там и тебя относятся хорошо, угощают. Ну, Италия, Франция, вот. Швеция, Финляндия – это мама мия. А ты вот вообще сравнил Швецию с Италией? Ты в Италии жила, ты моя, да? В Италии я постоянно езжу работать. Вот, там, да. Но вот, и вот, то есть, я в Италии поработаю, поеду потом к маме в Россию, потом
потом вот к своему Швецию, как-то вот так вот, все вот эти последние там 2,5-3 года как-то так. Ну, вообще, Италия со Швецией как-то вот отличается по менталитету? Да по всему, вообще по всему. А чем так, что там? Ну, потому что там все-таки итальянцы, мне кажется, по менталитету ближе всего к, вот, к русским, итальянцы ближе, то есть они тоже такие открытые, очень гостеприимные, ну, не жадные, вот, то есть там очень легко, тебе всегда помогут, если ты вот в какой-то ситуации попал, даже если вот ты языка не знаешь, когда я сначала приехала, я плохо по-итальянски говорила, сейчас я уже выучила, наверное, они тебе на руках помогут, проводят, подскажут, там, посадят, в общем, все. В Швеции... Сложно очень, да? Да, да. Друзей найти, да тут вообще это... А друзей среди русскоязычных или шведов? Шведов? Шведов вообще... А на шведском уже хорошо, да? На шведском хорошо говоришь? Нет, я раньше хорошо говорила, когда была маленькая, меня дедушка учил. Потом я как-то на это подзабила. В университете на финский переключилась. Вот в Финляндии ты на финском? Ты училась вот там, да? Да, да. Как вообще в Финляндии, вот, в Финляндии сравнить со Швецией? Там? Ну вот, хотя вот говорят, ну обычно по рейтингам говорят, что Швеция лучше, я скажу, что Финляндия лучше. Мне кажется, что уровень жизни там, да, там выше, если сравнивать цены, допустим, аренды, да, за квартиры, там, потом сколько люди платят за машины и так далее, там это ниже, но при этом там, ну, налоги не такие зверские и много всяких вот программ, которые там помогают людям. И то есть и магазины, опять-таки, всякие есть такие дешевые. А в Швеции это уже проблемнее, да. Проблемнее? Да, да. Ну, тут вот нету таких прям дешевых магазинов. Вот как осметить, как вот там улыбка радуги в России, допустим, или магнит. Нету такого. В Финляндии есть такие магазины. Их в основном иммигранты держат, и можно найти там, ну, что-то купить недорого. Плюс еще вот очень хорошо, что там много русских, и поэтому там постоянно кто-то что-то привозит из России, продает, то есть как-то легче. Здесь-то их, ну, не так много наших. Поэтому, да. Еще кайфово жить в Швеции? Как вам ощущения такие? Ужасно. Депрессия, депрессия, депрессивная очень страна. А чего депрессия? От солнца, от дождя как? Ну как, конечно, когда погода такая постоянная, это очень тяжело. Почему в Италии все такие счастливые? Или, допустим, во Франции, вот где я жила, в Марселе, почему там все вот такие? Там постоянно солнце, там декабрь, Новый год открываешь плюс 18. А здесь постоянно серо-холодно и... Ну как, люди просто, они себя веселят тем, что они бухают. Очень много. Вот самые пьющие страны, мне кажется, это Финляндия и Швеция. Кто бухает? Да, да. Вот все любят говорить про Россию. Нет, я в России не видела такого, того, что я видела здесь. А что, они прям дорвались до алкоголя, что ли, или что прям? Почему? Нет, тут очень большие ограничения на алкоголь, на самом деле. Его сложно купить только в определенном магазине. То есть это не так, как ты в супермаркет приходишь и берешь алкоголь. Нет, это надо определенный магазин. То есть здесь это Systembolaget, Финляндия это Алко. Приходишь, он работает только сколько вот на неделе до 7 часов, в субботу до 15, в воскресенье не работает. И вот, да, но они туда приходят, покупают вот огромные эти такие тележки алкоголя. Ну, если надо, они в бар просто идут и пропивают деньги. Да, но тут алкоголь довольно-таки дорогой, просто если я смотрю, как вот в Италии ходить в бар, и здесь это раза в 3-4 дороже. Как-то больше заняться просто нечем, что ли? Так нечем. Такое хобби просто бухать-то или... Ну вот, да. Я вот не пью вообще практически, поэтому у меня тут бедная Швеция. Да, вот я не знаю, как можно туда не пить. Не пить и вот с кем-то общаться, это сложно. В смысле, здесь общение не происходит, вот прям на просто чай попить, кофе? Или надо обязательно еще бухнуть? Ну вообще надо, да. Что, прям бухнуть сразу надо? Люди вообще знакомятся только когда они напьются, так невозможно. Можно с кем-то пообщаться, познакомиться. Все происходит вот в барах, когда... Так я например, тоже не пью алкоголь. Еще я ни с кем не познакомлюсь. Ну, мы же как-то даже. Да, мы же все-таки русские. Это здесь просто речь идет о том, что шведы, они достаточно стеснительные. И так как вот это вот равноправие, которое у них уже очень давно в стране, да, существует, то здесь не обязательно мужчинам делать первый шаг. Они могут так вот приходить в бары, в кафе и ждать, когда к ним женщины подойдут. А, что здесь так модно, что ли, да? И они реально подходят женщины? Да, да, и да, да. В Финляндии, да. Швеции такое. Ну, девочки сами прыгают на мальчиков очень но часто. Но что касается знакомств, то здесь люди, они стараются найти какие-то знакомства по интересам. То есть
есть, в принципе, развиты, я не знаю. Тебе нужно иметь хобби, какие-то увлечения, чтобы знакомиться с людьми. И я считаю, что так везде. То есть неважно, где ты живешь, в России. Ну, конечно, если брать Италию, я там была только как турист. Тогда я согласна, что там люди, они более открытые, и ты можешь, просто идя по улице, с кем-то познакомиться, особенно если ты красивая девушка, и получить внимание от мужчин. В Швеции, конечно, такого нет. То есть никто там тебя зазывать не будет. Иди сюда, давай мы тебя чем-нибудь угостим. Они так не делают, шведы, но все равно между ними, я думаю, что все-таки существуют какие-то теплые отношения, и дружеские тоже, и мужчины здесь, ну, не все ужасные, то есть это не зависит от национальности. Потому что, что касается итальянцев, то там тоже можно обжечься, то есть тебе может итальянец наговорить комплиментов, ты в это поверила, ты к нему приехала, и оказалось, что он этих комплиментов наговорил еще 5 таким же, как ты. Ну, вообще на уши навешал, да? Ну, казалось, там. То, что, да. То, что касается шведов мужчин, то, что я могу сказать, то, что они очень честные. То есть, в принципе, как сказать, отношения со шведом, да, они могут быть для кого-то чуть-чуть лишенными романтизма. Но если я бы сравнивала свой опыт в России и свой опыт в Швеции, то я считаю, что в России это просто закон джунглей. То есть, к сожалению, очень сложно встретить, как сказать, мужчин и женщин, ну, больше мужчин, чтобы они не врали тебе. Это в России? В России, да. Чтобы не врали. Чтобы не врали, потому что даже если мужчина женат, то у него много претенденток, охотниц. Это считается в порядке вещей отбивать у кого-нибудь мужа, например, да, или для мужчины иметь любовницу. То есть мы тоже будем называть вещи своими именами. В России не все так идеально. Но вот что касается шведов, то я бы все-таки им поставила в плюс то, что если у шведа есть девушка, то он тебе об этом скажет прямо. То есть лапшу на уши они вешать не будут. И они скажут: извини, у меня есть девушка, я вот занят. Сейчас не буду, да? И обманывать не будут. Но вот что касается итальянцев, то я не очень уверена, ну, что они... Ближе к России, наверное, да? Поэтому они ближе, да. Но вот с точки зрения страстей, то, естественно, итальянцы, наверное, больше подходят русским по темпераменту. То есть вот в этом мы одинаковые. У шведов темперамент такой более холодный, это правда. И все переживания они будут держать в глубине. Но это не значит, что их нет. А в чем вот эта холодность вот проявляется? Это даже не холодность, а нежелание показывать свои чувства. То есть даже если ты переживаешь какую-то драму, то ты ее переживаешь внутри себя, ты не показываешь свои чувства, ты не идешь с этими чувствами наружу, не кричишь, не ругаешься. Ну, хотя люди разные, но вот в основном, да, то, что ты не будешь показывать свои чувства. Если внутри психологически будет больно, он как-то в себе это все держит. Он, да? Это будет в себе держать. Там, друзьям где-то там, или в баре под это дело, под алкоголь, да? Ну, может быть, конечно, в баре под алкоголь, но нужно для него будет очень хорошо выпить, чтобы рассказать. То есть это не принято именно как бы делиться своими внутренними переживаниями. Не принято. И поэтому может быть вот это вот разное ощущение дружбы. То есть мы от человека ждем большей откровенности, будучи русскими, большей как бы теплоты в общении, да. Но швед, он будет бояться нарушить твою приватную границу. Поэтому, чтобы завести в Швеции друзей, то тебе нужно постараться и делать первый шаг самой. А, угу. Девочки даже с мальчиком, да, чтобы? А, вот так вот. И девочки с мальчиками, и девочки с девочкой. То есть они просто вот, ну, другие люди. То есть так воспитаны. Они более закрытые. Они стараются не нарушать именно чужие границы. Боятся это сделать. Поэтому... Даже, если ты тут что-то расскажешь, они даже не хотят нарушать, да? Если даже ты что-то там хочешь подковенничать, например. Ну, это будет неприлично. А, слушай, да, тебя, например, да? Неприлично. Ну, если ссоры здесь будет, то неприлично. А, неприлично, так вот это. Как вот у нас там позвонила в час ночи или до утра, на уши кому-нибудь подсела, или там подсел, вот, здесь такого нет, нет, да? Нет, тут не поддержит себя так. Неприлично. Нет. Ну, просто вот нам может это не хватать, то есть, будучи вот... Общение. Ну, именно, да, такого близкого общения, теплого общения. Ну, вот, думаю, что да, что в этом разница, что они между собой также дружат. То есть тоже достаточно
как сказать, границы, да, соблюдают личные, да, что вот это работа, это семья, это хобби. Вот я там хожу в гольф, играю, у меня друзья, которые играют со мной в гольф. Или там хожу, вышиваю, вот у меня друзья, которые там со мной вышивают вместе. Ну, как-то так, то есть хобби по интересам. Все подружки, которые у меня находились каким-то образом в Швеции, да, они находились именно благодаря моему увлечению рок-музыкой. То же самое я скажу про Россию. То есть вот все мои подружки в России, они любят рок-группы. Они интересуются концертами. Либо те, в которых, с которыми я училась, например, в институте, да? То есть то же самое. Был институт, было что-то общее. Концерты, что-то общее. Ну, откуда? Везде. Так. А вот как вот описать, например, образно швед для вас? Кто вот, описать вот так вот? Или шведка, например, даже. Можно там вначале мужчину, потом девочку. Или наоборот. Тут для женщин сложно описать, честно говоря. Ну, нет, это у них ничего женского. Я не скажу, что в них нет ничего женского. Я скажу, что они, ну, выражают, может быть, в общем, они не знают, кто они. Как тут сказать? Все слишком перемешалось. То есть, вот, если ты девочка, ну что ты любишь? Ты любишь там, не знаю, красивое платье, шоколадные конфеты, цветочки. Это понятно, там, играть в куклы, вот, кто-то любит. Ну, я коллекционирую. Она прям коллекционерка, да. Вот, и любишь, чтобы тебе дверь открыли, любишь, чтобы... Ну, чемодан понесли. Чемодан понесли, заплатили. Здесь прямо все сама. Вот все сама. Вот хочешь цветы, иди купи себе. Да. А, вот так даже. Тебе никогда не помогут с чемоданом. Это вот для меня был шок. Вот я когда ехала на пароме, у меня было 3 чемодана и переноска с кошкой. Хоть бы один помог, нет, и даже моего парня не пустили, чтобы он, ну, помог мне просто дойти до туда. Единственный, кто мне помог на пароме, это был итальянец с семьей, там у них 4 детишек. Он меня увидел, у него такие глаза, он подбегает ко мне: девушка, вам же помочь надо, вы куда одна так? Вот это типичный итальянский. В Италии сколько путешествовал по Италии, но всегда с чемоданами, всегда помогали все. И итальянцы, и вот там вот эти черные африканцы были. Всегда обязательно. Они вот, у них каждый раз они смотрят на меня, у них глаза так: у вас такие огромные чемоданы, и все. Они просто вот говорят, вам помочь все. В Швеции никогда, ни в Швеции, ни в Финляндии, ни за что не помогут. Один раз я написала пост, ну вот на Фейсбуке про это, сколько мне там гадостей шведы написали, вот, типа, да ты вообще это, ничего не можешь, у нас девушки сами все делают, иначе ты что, ребенок, что ли? Да, что да, да. Всякой гадости, короче, есть... написали, но я их потом заблокировала. Здесь вот какие браки, вот есть варианты, например, там, как мне сказали, здесь официальные есть и неофициальные граждане. Ну, самбо, да? Вот, расскажи про свой самбо. Ну, как сказать, ну, в Швеции есть, вот, кстати, тоже интересно, это мое наблюдение про отношения. То есть в Швеции, вот если вам интересна вообще тема отношений, да, то там есть очень много ступеней. То есть вообще в чем, ну, вот, почему я говорила про честность? Как бывает часто в России, девушка очень сильно хочет выйти замуж. То есть цель – это просто, вот, когда ты выйдешь замуж, когда ты родишь детей, когда ты их создашь семью. Она не думает о карьере. Даже если у нее есть карьера, она все равно думает, что с ней что-то не так, если она не вышла замуж. Но это меняется. То есть, в принципе, я не говорю, что это все такие девушки. Но, в принципе, это начинает в России меняться. Но все равно вот эта цель – выйти замуж. Так как у нее эта цель настолько большая, то она просто не смотрит на мужчину, как на человека, у которого тоже могут быть свои цели. Например, просто дружить. Например, либо просто дружить и иногда иметь секс. Либо дружить и не жениться, либо встречаться и не жениться, потому что у нас вот эта вот цель, семья, она прямо самая главная. А в Швеции ты можешь иметь очень, вот пока ты вот до этого замужества доберешься, тебе нужно пройти длинный путь. Иногда тебе нужно с человеком сначала, там, не знаю, дружить, или у тебя это начнется с какой-то случайной связи в баре, и во что-то перерастет, или не перерастет. Потом, например, есть такой тип отношений, которые называются сербо. Это когда люди встречаются, но не живут вместе. Но они пара. Но они живут по разным квартирам или домам. Потом есть тип отношений, которые называются самбо. То есть вы живете в гражданском браке по-русски, да, это будет. То есть вы живете в одной квартире, соответственно, делите расходы на эту квартиру. И потом есть брак. Но брак иногда шведы заводят тогда, когда у них уже взрослые дети.
То есть для них это просто способ устроить праздник, но не самоцель. Сделать вот это платье белое, а потом развестись. Потому что вы не договорились о чем-то, пока вот вы к этой свадьбе шли, да? Но, в принципе, что касается вот этого, как сказать, не знаю, русской картинки, чтобы мужчина, допустим, содержал, то я считаю, что она очень вредная для женщин. Вообще вредная. Вредная, в принципе, для женщин, психологически, для их здоровья. То есть, когда вот делают то, что давай ищи кого-нибудь, кто будет тебя содержать. Да-да. В принципе, это не так плохо, если люди там договорились, но просто я могу сказать, что нет ничего хуже, когда ты вышла замуж, у тебя плохие отношения с этим человеком, и у тебя нет совершенно никаких своих денег, чтобы от него уйти. И ты терпишь. То есть у тебя всегда должна быть какая-то внутренняя опора на себя, свои собственные доходы. Неважно, в России ты, в Швеции, в Италии. То есть отношения – это как бы вот ради отношений, но не ради того, чтобы, как сказать, ну, как сделать какую-то финансовую, там, не знаю, облегчить себе жизнь финансово. То есть это не должно быть самоцелью. Точно так же, как мужчины не должны жениться, чтобы им кто-то еду готовил или стирал. Вот понимаете? То есть они должны тоже жениться по другим причинам. Их должно двигать не вот именно комфорт, а любовь к человеку. Любовь. А не чтобы им обеспечили там комфорт или родили ребенка, и неважно, кто это сделает. Вера, а сколько вот этап должен пройти, вот так, чтобы там отношения какие-то вот, ну, начали строиться вот, у шведов, например? Я думаю, что у всех по-разному. Это зависит от вашей химии, с кем ты встречаешься. То есть, может быть, ты там можешь тянуть-тянуть и не достичь этого, а может быть, ты там с кем-то переехала, и, ну, познакомилась и переехала к нему через 2 недели. То есть везде бывает, это не зависит совершенно от национальности. Но, в принципе, в Швеции присматриваются друг к другу долго. Ты же быстро переехала. Ну, у меня особенная история, но как бы я сейчас не о себе говорю, а именно о тенденциях. То есть они могут долго присматриваться, стесняться, а могут и быстро. Так, а вот в баре эти... познакомиться и захотеть. Страх, если только вот, вот конфликтно-сосочный период, получается, нету, да? Как вот только встретились, взглянули, еще сразу пойдем ко мне, что ли, или как? Ну, я не согласна, что нет конфетно-букетного периода, потому что ну, это редкость, было. Когда у кого-то. То есть, у меня было тоже, ну, может, то есть, у тебя было. В большинстве случаев нет. Это что, прям ну, только первую ночь сразу и утром определились? Нет, просто смотрите, как бы... Давай со мной жить. Здесь, даже когда женщины идут в бар и, допустим, ищут себе кавалера, то у них нет цели выйти замуж. У них есть цель провести с ним ночь. А, вот так, да, просто, да. Поэтому для здоровья. У них вопросов нет к этому, да? Никаких. Ну, когда в России русская девочка идет в бар и потом остается с кем-то ночевать, то она мечтает о свадьбе. Да-да-да, вот я тоже вспоминаю, просто, ну, там у нас как-то думают все об этом, там продолжение отношений, там, или... То есть, вот, вот в чем разница, вот это вот отсутствие, как сказать, прозрачности и честности между людьми. То есть здесь, если ты пошла в бар, ты ничего кроме этого от этого и не ждешь. Но в России-то ждут. Кроме секса? А, понятно, понятно. В России ждут, получается, продолжение. А тут просто прошло секс, и все довольны. Он все довольны. Доволен, если понравилось, то обменялись телефонами. А, вот так вот, да? Да. Ну, блин, что за тема мы обсуждаем? Можно встречаться, можно не встречаться. Да. Да? Секс – это еще не повод добавлять друзья на Фейсбуке, вот как там говорят, да. Интересно. Да, конечно. Вообще, сколько лет живете здесь уже? Ой. Я живу 8 лет. 8 лет у меня, получается? Да, 8 лет. И вот как, например, вот там вот, до этого, например, в России, сейчас здесь, и вот как-то вот какие-то плюсы вообще, вот, ну, или даже с минусов начнем. А какие-то минусы есть, то, что здесь все-таки не принимаешь? Я уже научилась все принимать. Ага. То есть вот я поняла, что мне все равно где, что твое счастье не зависит от той страны, в которой ты находишься. Ну, когда я переезжала, конечно, мое счастье зависело от того, сколько концертов в России, сколько в Швеции. В Швеции было больше концертов, и я была больше счастлива. Но в целом, вот, если тебе приходится выживать, строить свою жизнь, строить свои отношения, то это не зависит абсолютно от страны. То есть, если ты куда-то перебралась, то это не решение твоих проблем. Тебе точно так же надо бороться за жизнь, как и везде. А вообще какие-то психологические изменения прошли от того, что когда там эмигрировали с России, как-то вот поменялось взгляд на жизнь, качество жизни?
Жизнь и ценности. Смотрите, тут важно, сложно говорить о себе с такой точки зрения. Я очень ценю русских друзей, которые у меня есть, и с которыми я знакомлюсь, например, да. Но вот, кстати, о нарушении личных границ, вот это я уже не могу терпеть. В России, да? Как в России. В России нарушают больше, я согласен с этим, да. То есть вот если кто-то нарушает твои личные границы, то есть ты такой вот выстроила вокруг себя мирок, да, что для тебя допустимо, что нет. Так. И если кто-то пытается нарушать, то если в России ты стерпишь, то здесь уже жестко. То есть все, я уже от этого отвыкла. А как вот не стерпеть? Это как это? Отказать? Просто говоришь нет, что ли, да, или как? Ну, говоришь, что мне это неприятно, я больше не хочу продолжать наше общение. До свидания. А вот все-таки на какие темы границы нарушают? Просто хотя бы название просто тем. На какие темы больше? Ну, когда советуют, не спрашивают. То есть ты совет не просила, а тебе советуют. Говорят, вот как вот, жить. Да, это такое. Так по внешности даже в России это спокойно подруга скажет, а вот что там у тебя прыщ на носу. Да, или там растолстела, похудела, да. Даже вот эту тему. В Скандинавии такого нету. В принципе, ни в Финляндии, ни в Швеции. Это вот первым делом я заметила после России, когда приехала в Финляндию. Там нету такого, чтобы тебя прямо в лицо говорили, вот ты сегодня плохо выглядишь. Вот как вот я вспоминаю в школе в России, да, или ты что сегодня так? Да, а у тебя там прыщ на носу. А вот тут у тебя вот здесь вот размазалось там или что-то. То есть там такого нету, это удобно. Но с другой стороны, если у тебя, допустим, тушь потекла, тебе об этом не скажут. Если у тебя подружки русские, допустим, они подают, слушай, вот тебе зеркальце, на, давай быстро смотри. А в Финляндии все цитят. Такого не скажут. Да. Или там, не знаю, кофту одела на левую сторону, вот так и проходишь весь день. Да, и если ярлык там какой-нибудь торчит откуда-то или что-то, в общем, тебе об этом не скажут. В этом плане это свои неудобства. Да. Или вот если спросишь, допустим, ну как у меня там, ну, прическа, вот я носила большой такой начес, я говорю, девочки, посмотрите, все нормально? Они говорят, да, все нормально. А потом подходят мои русские подружки, так, давай расческу, я тебя сейчас подчешу, у тебя немножко там упало, подлачу тебе. Вот, то есть, да, я понимала, что если надо спрашивать про волосы, надо спрашивать у русских девчонок, и, потому что финки, шведки, они не скажут, что что-то не то у тебя. Они так стесняются, да, получается, этого вопроса? Ну, как-то наверное, да. Это не совсем удобно. То есть они тебя никогда ничего не подмажут. Они просто думают, что так и задумано. Не, ну они-то знают, допустим, меня, ну с каким я начесом ходила. Они знают, как это важно для меня. Не, ну они никогда не скажут, что что-то не так. Нет. Это наши, да. А вообще вот как-то границы, например, как-то здесь вот нужно так вот, вот Швеция, она как сама учит, страна вот именно, что вот границы свои как вот правильно строить, или все-таки нет такого, потому что в России они как-то, получается, их нету, те могут войти, зайти, выйти, ты как-то не понимаешь вообще, что это такое. И ты отбивайся. Да, отбивайся там или как-то вот, вот. А здесь как-то все, как вот это все настраивается, как ты сам себя настраиваешь, или как-то там тебе общество, социум подсказывает? Я думаю, что общество тоже влияет, то есть ты видишь, что никто так не делает, и ты потом перестраиваешься и тоже так не делаешь. Потом, кстати, вот психологические изменения. Ну, вот вы спросили вопрос, да? Ну, естественно, ну, какая-то там, я не знаю, может быть, вот именно вот этот вот контакт с незнакомцами, ты уже, если в России запросто это делала, будучи общительным человеком, то здесь спросишь, а надо ли тебе это, а может быть, тоже посомневаешься в себе и... Как сказать, ну, тяжело вот заводить первый контакт. Первый контакт. Да, да, после, да. После России, потому что мальчики подходят там, да? Нет. Про мужчин вообще это, как сказать, вот с мужчинами реально тема, допустим, для меня, она такая достаточно приватная, и я считаю, что здесь вот не зависит от национальности. И очень много стереотипов. Например, то, что там русские девушки, они там такие какие-то красивые, домашние. Ну да, может быть, в общей массе. Но это не значит, что нет красивых шведок или немок. То есть тоже в общей массе, может быть, они, конечно, такие более простые, естественные, но ну, не значит, что нет красивых. Есть же у них. Но они не так ухаживают за собой. Даже но они парни не так фиксированы на красоте. Нет, даже в плане гигиены, вот что в Финляндии, что в Швеции. И вот мои друзья, кто там тоже мигранты, допустим, итальянцы, эстонцы, они встречались вот с финками-шведками, они говорят, ну, блин, они не моются. Вот. Ну, вот ну, жаловались вот на интимные, знаю, допустим, даже проблемы, что есть такое. Ну, я замечала даже, вот мы с девчонками поехали, допустим, на каникулы. 6 дней они спокойно могут, ну, не мыться.
А, вообще не, даже душ не принимать? Да. 6 дней? Да. Я помню, я там под бойлером, вот пока там вода не нагрелась, я под полухолодной мылась, а они нет. И вот на 6-й день я уже погнала, говорю, девчонки, я говорю, давайте, ну как-то, ну иначе ну, неудобно. А где это было-то? Ну мы на каникулы поехали вот тогда с Финляндии в Швецию. И мы проехали из Стокгольм в Гетеборг, и вот у друзей вписывались. И вот в Гетеборге мы как раз тогда жили, там какая-то квартира была, и там бойлер был. И надо было ждать. И, ну, я привыкла, ну в России же там отключают воду, да, правильно? Я уже привыкла, что если что, под прохладной водой вымыться, главное вымыться. Вот у меня обязательно два раза в день помыться, ну, утром и вечером. Угу. Они нет. А, они вообще спокойно. Да, то есть вообще это как-то спокойно. Ну, это может как-то не привито, может быть, у них просто. Еще это нормально, это норма. Они, мне кажется, для них это норма, это нормально. Ну, это да, мне кажется, вот такой прям особая чистота, это именно у наших. Потому что я заметила просто с девочками, когда работала, с нашими в Италии, вот наши русские, украинки, белорусские, все обязательно моются. Вот итальянки там нет. 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 Ага. Румынки тоже так вот. Вот, ну, все, кто с бывшего СССР вот были, я практически со всеми из бывших республик работал, все, да, обязательно вот такое, я не знаю, может, в школе учат, что два раза в день, утром и вечером надо мыться и чистить зубы. Но, мне кажется, в Европе во многих странах такому не учат, что надо мыться вообще-то и чистить зубы. Ну, не знаю, тут не согласна, мне кажется, что это какие-то такие. Нет, серьезно. Вот это самое первое, что я заметила. Училась, например, в Финляндии училась. Да. Как вообще вот учеба, вот это все выглядело вообще? Ну, учеба мне очень понравилась, потому что у нас был международный университет. Вот, нам вообще... Фельсинки, да? Нет, вообще Бьёйнс, это маленький городок Бьёйнс, такой, да. Да, рядом с Россией. Вот меня мама туда отпустила, потому что я тогда еще была, ну как, только вот 19 исполнилось. Жила, здесь жила или уже... Или, да? Нет, тогда я жила в Финляндии, но постоянно это самое ездила вот то в Швецию, то еще там куда-нибудь. Учиться было интересно, хотя вот если сравнивать, как поступать в России, и как поступать в университет в Финляндии там или в Швеции, здесь очень легко. Вот просто вообще в России это такой нервотрепка, это просто там 7 кругов ада пройти. А там я просто пришла, там сдала экзамен, такая, это все? Это было настолько легко, вот просто. Настолько чисто, да? Да, да. Вот. Но учиться было интересно, потому что очень много народу с разных стран мира было. У нас международный был университет. У нас была хорошая интеграционная программа. То есть нас учили там жизнь в Финляндии, допустим, да, жизнь в Скандинавии. Нам про это все рассказывали, курсы языка были. Нам надо было пройти там практику, допустим, я проходила практику в финской школе, чтобы понять, как вообще вся система работает, поэтому легче. Я не знаю, мне кажется, тем людям, которые переезжают там сразу там замуж, да, или просто на работу, это сложнее, потому что когда ты в университете, когда ты с разными людьми, вот вы вместе интегрируетесь, это гораздо легче. И вот как-то мне было легче, а многие вот кто приехали, вот я слышала, что, ну просто кто замуж приехали, что это сложнее привыкнуть, и плюс, ну без друзей, как друзей заводить. Вот если ты едешь как студентка, это действительно очень классно, что можно сразу же заиметь друзей и все. А вот так вот просто переезжать наобум.